уявляєш собі, щось так сидіти на диванах, трошки засиділась, і спинка заболіла, і ручки, і хочеться так зробити, ах! А що ти пропонуєш? Ой, ти знаєш, якби поруч був Дяченко, сказала б, що хочу масажу, але напрягати тебе не хочу. Так, Вітюня б зміг зробити гарний масаж, я думаю, так, розслабити плечики. Так, Вітюня гарний масаж робить, але ось зараз чомусь його немає. Ти знаєш, я думаю... Ось зараз я сумую, не вистачає чоловічої руки. Я теж трішки сумую за Вітюнею, хочу сказати, що наш Сергійко там, мабуть, вчиться дуже так старанно. Хай собі вчиться, а ми тут будемо розважатись та мріяти про масаж. А щоб про нього не просто мріяти. Щоб мрії збувалися, тому що одна хороша людина сказала мені, що мрії мають збуватися. Потрібно просто правильно мріяти. І ми будемо мріяти під актуальний сюжетик про масаж. Тож дивимося, що для нас підготувала Іринка Федоровська. Спритність рук і свято тіла. Під звуки французької мелодії у Миколаєві відбулося перше свято масажу «Живи здорово». В приємному і корисному змаганні взяли участь не тільки учасники з Миколаєва, а й гості з Одеси, Первомайську, Харкова та Дніпра. За словами організаторів, такі конкурси необхідні для того, щоб люди дізнавалися про всілякі види масажу, а їх існує понад 2000. Масаж, он как один из основных методов реабилитации, восстановления утраченных функций, да, как метод повышения здоровья. В мире все это активно развивается, и в нашей стране, и сейчас вот есть возможность познакомиться. Переможців визначали не тільки за щасливими обличчями учасників та червоною спиною моделі, а й за критеріями. Наприклад, правильність виконання техніки, використання максимально можливого числа масажних прийомів, а також в одному з основних показників успішного масажу – ергономіці. Варто відзначити, що звання кращого масажиста виборювали не тільки імениті майстри, а й початківці – шанувальники розслаблюючих прийомів. Досвідчені експерти оцінювали, як учасники роблять класичний масаж, а потім була довільна програма. Для Максима участь в такому фестивалі не вперше. Для довільної програми обрав тайський масаж. Церемонія буде чайна в кінці – це вихід. Из массажа, то есть из всей этой процедуры. Ну, должно быть красиво. Надо влиться полностью в модель клиента, то есть полностью ощущать его, все его ощущения, то есть быть на одном уровне с ним, погрузиться в его атмосферу, в его голову. И тогда только получится действительно классный массаж. Ну там і жарко, мені дуже жарко було глядачу, я уявляю, як нашому учаснику. Ви весь такий мокрий, ну що, як він перший етап, як емоції, що буде далі, розказуй. Емоції клас, чесно говоря, класна робота. Всім п'яти чувствам нашого організму треба якісь давати знаки. Тобто, якщо це розслабляючий масаж, то повинна музика бути розслабляючий, аромат якийсь розслабляючий, комфортний для клієнта. Опять же, обстановка, цвіт, світ. Природньо, що на чемпіонаті, де присутні фахівці масажної справи, не обійшлося без майстер-класів. Залюбки своїми знаннями з присутніми поділився Ігор Іваненко. Так, перший та не останній фестиваль з масажу надав учасникам можливість публічно заявити про свою майстерність, отримати унікальний досвід, нові знання і, безумовно, отримати неабияке задоволення. А до нашої студії вже завітали наступні гості. Тож до нашої студії завітав реабілітолог -остеопат Ігор Іваненко. Вітаємо вас. Доброе утро. З попереднього сюжету дізналися про масажі, про те, як вони корисно впливають на організм. Хотілося б від вас зараз дізнатися про види масажів, про їх різновидності і можливості применення. Ну, больше всего нам известен классический массаж, который применяется повсеместно у нас в лечебных учреждениях. Но кроме этого, еще сейчас в последнее время появилось очень много разных техник и методик,
ну, благодаря такому информационному океану, который у нас свалился, благодаря интернету. Вот. И людям порой трудно разобраться в этом, что поможет в их случае, как найти действительно ту технику, которая эффективная, потому что и, честно говоря, уровень подготовки людей сейчас снижается, ну, специалистов, которые работают, потому что, ну, доступны разного уровня, ну, обучения. Вот, и вот сложно, честно говоря, простому человеку в этом разобраться. Поэтому проводятся такие, ну, какие-то вот, как вы видели, мероприятия, которые популяризируют и помогают, да, найти вот то, что именно нужно в каждом конкретном случае. Хотелось бы узнать, вот как простому человеку, который просто ощущает какой-то дискомфорт либо боли в какого-либо рода отделе спины, допустим, своей, как ему определиться, можно ему делать массаж или же нельзя, и какой лучше, если можно? Ну, самое надежное средство, это он должен как задать вот такой вопрос себе, и всегда придет ответ. То есть, если ему не хочется делать массаж, лучше его не делать. Потому что, ну, эффективные способы лечения, они могут как помочь, так и навредить. То есть для того, чтобы делать массаж, необходимо только желание пациента, и никаких противопоказаний нет. Противопоказаний много достаточно, но это острые состояния, которые человек сам понимает, что ему сейчас не хочет. То есть повышенная температура, кровотечение, какие-то обострения, острые состояния. Да? А вот, допустим, у меня возник вопрос, если у человека болит шейный отдел позвоночника, а у него или высокое, или низкое давление. Ему можно делать массаж на этой зоне? Да, ну, смотрите, есть у нас лечебный массаж, который направлен на причины заболевания. И вот здесь должен быть специалист хорошего уровня, и он, ставя, понимая причину и воздействие на нее, в том числе массажем, он может помочь. Вот. И у нас существует массаж, который повышает давление или снижает его. А нужно ли человеку проходить медицинское обследование перед тем, как начинать курс? Конечно. То есть, если мы говорим о лечебном воздействии, то вначале должен быть диагноз. Вот. И так как сейчас, вот видите, у нас много разных людей, даже в каждой парикмахерской вы можете получить массаж. Если у вас есть какие-то вопросы по здоровью, то вы желательно... То есть, если этот массаж просто расслабляющий, то мы можем его сделать в любом салоне красоты. А если это массаж лечебный, который должен помочь справиться с каким-то заболеванием, необходимо все-таки обратиться к врачу и пройти квалифицированное обследование. Конечно, да, потому что, в общем-то, массаж, он может быть, ну, такой релаксирующий, направлен на улучшение такого кожного кровоснабжения, лимфодения, неглубокий, да, как мы говорим, спа-вариант. Вот. И он, ну, в основном безопасен, да, и, ну, тоже желательно обращаться к мастерам своего дела, которые любят и знают его хорошо. А вот есть ли времени пойти к специалисту? Нет? Вот, допустим, как мы с Танюшей, мы постоянно в работе. И только есть... можем помечтать. Да, и часть работы иногда бывает довольно сидячая, ты не можешь встать, пройтись даже. Есть ли какие-то элементы самомассажа, что ты сидишь и сам себе помогаешь? Да, есть очень разные эффективные методики, да, такие. Вот, и... Ну вот я хочу вас познакомить с такой методикой самомассажа триггерных точек. Интересно. То есть есть такие точки, которые вызывают отдаленную боль. То есть, например, если у вас болит, как вы говорите, шея или голова, то эту боль вызывает и поддерживает напряжение в мышцах, которые могут быть довольно далеко от этого места. Вот. Все так взаимосвязано. Да. То есть, если у меня сейчас болит шея, то, возможно, у меня болит нога? Да, это может, допустим, между лопатками напряжение это вызывать. Это боль, то есть спазм этих мышц, и из-за этого спазма недостаток кровоснабжения мозга, и у вас головная боль. Как же определить, какая именно точка влияет, допустим, на головную боль, либо на боль в шейном отделе? Ну, это, ну, самому определить сложно, есть справочная литература. Вот, есть такой хороший учебник, например, как справочник «Самомассаж триггерных точек», Клэр Дэвис, автор. Это вот такая теория, ну, не теория, это методика,
изученная и основанная доктором Дженнет Трэвел, которая 8 лет была врачом в Белом доме. Она Джона Кеннеди избавила от фибромиалгии. Да, ну, с помощью вот этих пусковых точек, по-английски триенных, да. Угу. Вот. Ну, она воздействовала на них не массажем. Ну, вот сейчас мы используем эту методику и воздействуем на нее массажем. Где найти эти точки? Мне уже интересно. Ну, смотрите, там, допустим, это всегда нужно где-то чуть дальше от этого места. То есть вокруг мышцы будут напряжены. Угу. Ну, так, конечно, это знание, требующее изучения, да. Вот хотя бы там в этой книге, как можно как справочником пользоваться. Но, вот про какой-то конкретный случай я могу рассказать, да. А вот хотелось бы узнать, если человек решил все-таки заняться самопроверкой, самолечением, да. Очень простой способ. Вы можете исследовать мышцы, находить в них болезненные уплотнения, это вот эти есть пусковые точки, и использовать такой метод разминания. Да? Угу. Ну, есть такие секреты, как все-таки, чтобы оно помогло. Разминание должно быть довольно-таки с определенным усилием, чтобы был уровень боли по 10-бальной шкале на уровне 7. Угу. То есть должно быть довольно-таки больно. Да, если вы будете превышать этот уровень, вы можете усилить неприятные ощущения, спазм и боли. Если вы будете недостаточно давить на уровне 5, эффекта никакого не будет. А если получится 6 или 8? Да. Ну, это вот такой предел, который вы сами, это вы должны на собственных ощущениях. То есть основать. Очень больно, но еще терпеть могу. Ну, это не очень, это 7. Очень это 10. Ага. Вот. Ну, чтоб как... И делаете в этой точке 10 разминающих движений именно в этой точке. Итак, вы знаете, какие мышцы у вас болят, напряжены. И вот их исследовать, находить эти точки и их разминать вот таким способом. Я думаю, что у большинства телезрителей, у которых сидящая работа, больное место – это вот. Да, это... Шея, плечи. Где тут найти точки, чтобы помочь вот этому отделу? Да. Да, здесь вот есть горизонтальная порция трапециевидной мышцы. И вы можете вот так другой рукой взять, угу. Нащупать эти уплотнения. Угу. Ну, это без одежды, угу. Конечно, лучше делать так. Вот именно вот так щипцеобразно вы захватываете, видите, вот. Большой пальчик у вас идет с этой стороны, этот с этой стороны. Запоминай, будешь запоминать. Да. И вы вот так вот довольно-таки... Ой! Тут есть болезненность у вас, да? Да. И вы находите уплотнение, не спеша исследуете мышцу, находите шарик болезненный. И 10 раз на одном месте на уровне 7. Вот так. Я вижу еще 2 округленных шарика. Ну это вот настолько, сколько хочется, но чтобы был эффект, надо вот... Чувствуешь эффект? Да! После эфира будем обязательно пробовать. Да. Ну и как бы там несколько мышц участвует в этой проблеме, их желательно все проверить. И эта такая процедура может занимать там 5-7 минут. Но если действительно серьезная хроническая боль, то желательно несколько раз в день делать, и буквально через несколько дней боль отступает. А вот мне хотелось бы еще узнать, для тех, у кого нет никаких ни заболеваний, ни патологий, существует ли какая-то лайт-версия массажа такой расслабляющий, чтобы он не влиял ни на что? Чтобы после тяжелого трудового дня расслабиться и скинуть с себя все заботы. Да, есть вот такие там нейроседативный массаж, релаксирующий, с использованием аромамасел, угу. Да, там есть тепловые, у нас такие процедуры с помощью горячих масел, там стоун-терапия, горячие камушки можно применять. И так далее. Очень много всего придумали, и значит, все это очень, ну, есть много методов релаксирующих, чтобы все-таки успокоить нервную систему, восстановить после тяжелого дня. А время суток для выбора сеанса для массажа, какое все-таки предпочтительное? Это вечер или первая половина? Ну, какая у вас задача. Если вы хотите расслабиться, то это, конечно, вечер. Если вы хотите, наоборот, поднять энергию, это может быть утро, вначале можно такое сделать. Ну и массаж может быть разный, да. То есть вы говорите специалисту, да, что вам хочется, и он уже, если он мастер, у него много инструментов под разные задачи. Угу. Ну что ж, спасибо вам большое за такое. И вот в нашем центре природного оздоровления мы выполняем вот разные эти массажные процедуры. Много у нас техник работы с телом, не только массаж. То есть все желающие, кто хочет попробовать разновидности массажа, могут смело идти к вам в гости? Конечно, да. У нас в интернете есть красивый сайт. Можете там все это почитать, изучить и выбрать то, что вам по душе.
А мы напоминаем нашим телезрителям, что сегодня в нашу студию шел гость реабилитолог Игорь Иваненко.